Всем привет, дорогие друзья! С вами Годзиллазер Монсоровёс. И сегодня мы будем играть за Кракена, который будет убивать всех крабов. Да, мы сегодня будем охотиться за Кракена, на босса краба. Включаю карту. И краб, да, неподалеку. Получается, давайте поплывем. Вот так он красиво, быстро плывет. И что ж, кушаем. И морские котики. Мы их съели. А там немножко нам осталось. Потому что я туда доплывал однажды. Именно с этого места. Ну вот, да, наша карта. Давайте съедим, пожалуйста, рыбу капельку. И мой маленький детеныш съел ее. Так, ну что. По-моему, кракен убивает их всего лишь с двух укусов. Если я, конечно, не ошибаюсь. Так, вырос. Нам попался зеленый краб. Главное, чтобы он нас сейчас не... Давай, устань. Ах ты ж, первый поменьше. Так, давайте ждем, пока он нас будет цапать, но он нас не ударит. Давай, цапай. Ты куда? Не успел. Это проблема. Так, давайте, пожалуйста, поедим. Пожалуй. Что, пожалуйста, поедим. Так, ну, давай, краб. Ну, что ты мне сделаешь? Да ничего, ты вообще беспомощная сарделька. Хотя и не похоже. Вот, теперь смог. Так, крабик нас упал. Да ты чё меня так пугаешь? Ты вообще офигел? Я помню, что он должен их убивать с двух ударов. Ну, крабы. И опять я промазал. Ну, что такое? Давай, ты где? Так, нет, этот поживучий, потому что я убивал, я не помню какого-то краба, хотя недавно я убивал. Он убивался, по-моему, с трех. По-моему, я один раз попал. Тогда... Давай. Ай, блин, цапнул собака. Так, давай, что? Ай, блин. Да все, он не сделает. Да он за мной гонялся. Так, рыбокапля. Самая хорошая. Очень питательная. Ну что? Давай. Ты что, ты меня боишься? Ну, краб. Ну да, я кракен, а ты обычный гигантский краб. Блин. Мне уже показалось. А это была... Так, блин, зарядка выпала. Да ладно, у меня нормально. Ты чё? Ты краб. Прекрати. Да ты куда? Да блин, почему я такой... Неловкий. Ладно. Это война. Так, а ты съешь, пожалуйста. А вот. Давай. Да, блин, да ты чё убегаешь? Ты меня боишься? Собака. Ах ты ж. Цапнул. Так, голод.
плохая для меня новость. Что, а сюда не можешь? Слишком большой, да? О, а чё здесь эта пещера живности? Живая стала. Ну, то есть, тут много всяких морских продуктов. Обитатели, короче, морских. Да, блин, почему? Собака. Да, наконец-то. Ну что? Остановись-то, бэби! Ну, давайте к следующему крабу. Ребят, а вот что это за вот эта вот способность? Я ее никогда не использовал. А в пещере краба ее вообще даже нету. Так. А, ну все, готово, да? Ну, давайте. Чё? А, это мои, типа, чернила, да? Так, кушаем. Так, едим. Так, где у нас там? Ай, блин, больно. Горячо. Сос. Так, и давайте к следующему крабу. Какой у нас сейчас будет краб? Ну, босс-краб. Опа-на, голубенький. А, ты чё такое? А почему он такой большой, ребята? Он больше, чем вот прошлый. Ну ладно, сейчас я с тобой легко справлюсь. Слушайте. А этот пацан хорошо дерется. Потому что это все-таки не королева крабов, а король. Да у тебя клешни слишком длинные. Походу, это старший братик. Ищу. Давай, попробуй. Да ты чё? Так, отлично. Вот этот раз. Так, не промазал. Привет. Так. Отлично. А чё, я... Да блин, я не про... Почему я тогда промазывал? Вот... Если бы я тогда не промазывал, то я бы видео было бы дольше. Я больше крабов убил. Не попался. Ой, блин, попался. Все. Ты ловки, пацан. Хотя я тут не стою. Я сказала. Со мной и все нормально. Так, ладно, буду, нам не надо думать, у меня шиза или нет, нам нужно думать о крабе. Давай, краб тупой, да чё ты-то быстрый. Не буду. Так, ладно, получается, как я помню, нам нужно сделать... Вот так. И тут появится жизнь должна. Да. Ну, рыба капля здесь, естественно, появится. Кажется. Ты куда? Собака, ты сутулая. Ку-ку. Да. Давай. Да. Ну что, следующий. Ну что, босс-краб, давай. Какой ты сейчас? О, да самый оригинальный. Даже не красный, а самый оригинальный.
Нет, конечно, красный мой любимый цвет, но... Ай, блин, цапнул. Так, ладно. Цапается он больно. Я не хочу опять... Я не хочу опять попадаться к нему. Ну чё ты, дядя, что не можешь меня попасть, не можешь попасть меня, ты не можешь меня попасть. А я в тебя попал, ха-ха-ха-ха-ха, скибиди попа. Ну давай, что, попробуй меня попасть. А, это узкое измерение. Блин, давай, да ты чё ко мне привязалась? О! Что, не поймали меня? Не поймали? Не поймали? А, я понял. Не поймаешь? Ты меня не поймаешь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кракен против краба. Ну, кракен, конечно, должен победить. Но почему краб такой большой? Может быть, это я такой маленький. Блин, не успел. Промазал так. Зарядки у меня много, но все равно. А, я нечаянно вышел. И следующий краб у нас. Какого цвета? Ой, а тут краба нету, да? А, ну это тот же. Блин, не успел. Ну ладно, ну ничего страшного. Чау. Так. Да ты чё убегаешь? Ну всего лишь какой. А, то есть вы хотите сказать то, что я не кракен, а обычный кальмар. Потому что рыбака для чуть меньше меня. Рыбака для вообще меньше человека. То есть вы издеваетесь над мной. Это какой-то обычный небольшой краб, который мутировал всего лишь. Ай, блин. Хангаршах становится все загадочнее и загадочнее. То кракер, то обычный кальмар. Да ты куда? Ой, узкое измерение. Ничего. Давай. Что? В узком измерении меня достать не можешь. А у него побольше ребят. Так, видимо, рыб капель. Они очень хорошо восстанавливают. Так, мой детеныш съел. Так, давайте пойдем там, где куча этих капель. Ну, так достаточно их. Куда? Ай, цапнул. Это черепаха не ест. Что, не можешь? Боишься меня? Ой, узкое измерение. Ай, блин. Сапнул. Собака-то какая. Это война. Ну, что ты мне делаешь? Это я тебе все сделаю.
Ну, ребята, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал за этот классный, наверное, ролик. Но если он классный или вам он понравится, то вы поставьте лайк. Хоть один лайк, ребята, хоть один. Если каждый, кто смотрит это видео, наберет хоть по одному лайку, ну, тот вообще даже молодец. А с вами был GeoZeoMonsterGo. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это я так говорил. Ну и всем пока-пока. Ой, блин.